Миллионер из Германии трудится на благо казахстанского бизнеса. Новый сотрудник уже больше недели работает в одной из усть-каменогорских пекарен. Уильям Рен приехал в Казахстан ненадолго, но за это время готов помочь поднять производство на новый уровень. Оказывается, дорожная карта бизнеса предлагает помощь не только в финансировании проектов, но и в предоставлении услуг экспертов. Немецкий бизнесмен владеет собственной сетью пекарен, а теперь помогает заработать и казахстанским предпринимателям. Для меня это очень интересная работа. Мне нравится помогать людям. Удобно, что у вас есть такая программа, и государство оплачивает международных экспертов для своих предприятий. В свою очередь, я приложу все усилия, чтобы усовершенствовать производство, сделать его эффективным. Я надеюсь, что благодаря моей работе предприятие расширится и появится больше рабочих мест.